Современная публика пресыщена спецэффектами, дорогой графикой, анимацией. А духотворенность осталась в прошлом. Черно-белое изображение – это ясность и простота. Это то, что не будоражит, а приносит умиротворение и понимание. С недавнего времени в нашем городе появился необычный персонаж забытого немого кино, который привлек наше внимание. Его эмоции необычны, движения и жесты притягательны. Вместе с жителями нашего города он искренне радуется, переживает, влюбляется и печалится. У нас такие добрые люди оказываются в городе Барнауле. Они не безучастны к тому, что происходит у нас в городе. Комический образ маленького человека превратил свою клоунскую маску в человеческий образ, передавший тревоги и надежды простого маленького человека. Все пытаются сфотографироваться, все пытаются даже взять автографы, на сотовый телефон пощелкать. В роли главного героя выступает руководитель модельного агентства Роман Попов. Было немножко сложновато, но прикольно. Детям, я думаю, понравилось, они оценили. Я немножко ненормальный человек, потому что я постоянно подвигаюсь под новые проекты, и мне все интересно. Многие спрашивают, почему в Барнауле? И почему Чарли Чаплин? Дело в том, что я настолько люблю этот город, настолько мне хочется, чтобы он наконец-то понял, что он не просто серый, он просто интересный, он должен красками обрасти. Живое видео, духовные, социальные темы. Вот как мы понимаем тенденции развития современного искусства. Реализуем свое мироощущение посредством главного неординарного проекта. Трагикомический персонаж маленького человека превратил свою клоунскую маску в человеческий образ огромной обобщающей силы, выразившей тревоги и надежды каждого из нас. С одной стороны, это сложно, с другой стороны, просто. Просто потому, что работать замечательно с талантливыми людьми, потому что очень быстро все объясняют, и ты улавливаешь информацию, которую нужно сделать тебе. Сложно в том, что иногда приходится просто перестраиваться в образы. Убирай свой город, будь в нем. Ты должен чувствовать, что ты барнаульц, ты горожанин, ты к нему причастен. То, что Союз дает возможность людям, молодым, творческим, реализоваться себя, это замечательно. Я думаю, что, в принципе, чем больше будет интересных молодых людей, пусть даже не молодых, которые будут привлекаться к этому творческому союзу, и если они будут свои идеи приносить сюда, я думаю, ни один человек не останется безучастным, а наоборот будут идеи эти воплощаться и дальше, и дальше. Поэтому, сейчас скажу, барнаульский филиал Российского союза деятелей культуры России forever –